Примечательное ДТП случилось на автодороге Орел-Залигач. В районе поселка Красная Звезда в пятницу на крышу лег Део Матис. В машине ехала девушка, везла она продукты, поскольку работает торговым представителем. На новом асфальте ее на скорости в 60 она зацепила обочину, не справилась с управлением и улетела в кювет. Автомобиль перевернулся несколько раз и остался на крыше. Обратно на колеса его поставили подоспевшие на помощь очевидцы. Они же помогли водителю выбраться из искореженного авто. Последствия ДТП – две царапины, шоковое состояние и не подлежащий восстановлению автомобиль. Женщине крупно повезло, говорят дорожные инспекторы. Весьма часто такие аварии оканчиваются летальным исходом.